Мой дедушка Климанов Дмитрий Васильевич родился 7 ноября 1922 года в Рязанской области. В 15 лет он пошел учиться в ДУАСАВ. Начал войну в 1942 году в городе Ржев младшим сержантом-летчиком комсомольского авиационного полка на самолете У-2. Участвовал в различных военных операциях, в том числе и в Корсуне-Шевченском сражении. Участвовал в освобождении Молдавии, Румынии и Венгрии. Победу встретил в Чехословакии в 1945 году. Это его авиационный шлем. Мой дедушка настоящий герой. Я горжусь им.